здесь вот такой есть подвох. Ну, то же самое, девочки. Это я так ждала. И, о боги! Где же он должен щелкнуть? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки с сайта Джун. Я тут немного принарядилась, не знаю, как оно, эксперименты вечные у меня. Пишите, пишите, если что-то вам не нравится, или если нравится, тоже обязательно пишите, это даже более приветствуется. Итак, покупочки с Джун. Я вам в прошлый раз показывала некоторые покупочки, женские покупочки, сейчас у нас тоже будут женские покупочки, но в основном у нас здесь обувь. И я покажу сейчас здесь просто у меня находка мега-супер-пупер. И сейчас первым делом я покажу то, что мне не подошло, и то, что я продаю в своем магазине или что-то отдаю. Первое, это вот такие вот кроссовочки. Все пришло, кстати, в мешочках достаточно быстро, но, к сожалению, как всегда, когда мы заказываем где-то удаленно, Джум или Алиэкспресс, мы не можем угадать с размером на 100%. И здесь вот такой есть подвох. Возвращать, честно говоря, целое дело, мне проще кому-то подарить или перепродать. Вот эти кроссовочки я договорилась, что пойдут моей Леночке, Ленусик Хэппи, блондиночке моей. Она приходила, у нее был недавно день рождения, вот, и я решила ей подарить. Они реально очень крутые, и если бы они были хотя бы на размерчик больше, я бы их оставила себе. Они реально очень классные, базовые, просто под все. Они идут такие бежевые, бежево-белые, с отражателем. Тут у нас идет сеточка, бежевый немножко, молочный цвет. Ну, короче, супер-пупер тренд. Здесь вот они, шнурочки, вот такие вот. Она приходила ко мне в гости, она померила, и ей подошли вот эти кроссовочки, они ей понравились. Короче, я заказала, здесь написано 38 размер, но они маломерят, то есть у меня 37, 37,5. И мне они, ну, прям впритык, прям вот маленькие, вообще неудобно ходить. Если бы они даже впритык были, я бы еще подумала, да, но вообще я люблю свободную, комфортную обувь. А у Лены, у нее размер 36. Вот, и ей вроде бы прям вот подошел, но тоже впритык говорит, что, да, поэтому вторые кроссовки, которые я покажу, я вот примерю, покажу, как они смотрятся, я их как бы одеть могу, да, могу, но давит палец впереди. Я не стала завязывать сейчас шнурочки, потому что пусть Леночка сама уже завяжет, как ей нравится, как ей надо. Но в целом вот они очень хорошо смотрятся. Очень такие базовые, я бы сказала, под много что подойдет. А вторые кроссовочки, посмотрите, какие они. Вауч, вауч, вауч. Они реально очень крутые, классные. На фотке так клево смотрелись. Ну, то же самое, девочки. 38 размер написано. Они даже на Лену маловатые. Вот я ей дала на выбор какие-то, да, но она выбрала более базовые. Это больше ее стилю подходит, да. Хотя эти ей тоже понравились. И они реально классные. Тоже черненькие с бежевеньким, вот такие вот. Классные. Я их выставлю на продажу в своем магазине и поставлю их дешевле, чем они стоят на сайте. Вы сможете приобрести быстро по России, как бы доставка, ну, плюс доставка небольшая там, да, в любом случае сделаю так, чтобы вам вышло дешевле, чем на сайте. Здесь такие большие язычки классные с надписью, сзади вот такая вот интересная фурнитура, такая подошва. Вот это я не знаю, это надо убрать или это такая фишка, но я бы даже, наверное, оставила. Вот, очень прикольно смотрится. Тоже их одену, покажу, но буду ставить их размер, наверное, знаете, 36, да, 36 или даже 35,5. Могут смело брать, потому что кроссовочки, когда они немножечко больше, это лучше, нежели когда они впритык. Они прям мне впритык, да, на размер 36 или 35,5 было бы, наверное, намного лучше. Вот, здесь, кстати, еще двое у нас шнурков, вот такие вот красивые, можно, видите, носить как здесь вместе, очень получается так, знаете, прям как-то по-уличному, что ли, ну, много всего, я люблю так, либо выбрать одни беленькие или вот такие серенькие, мне кажется, черные тоже сюда можно будет, в общем, вот такие классные кроссы. И задник вот такой вот большой, его можно вытащить, и они так более так массивненько смотрятся. Можно спрятать.
Следующая обувь, которой я безумно довольна, вот это, ладно, кроссовки, у меня кроссовок очень много, но вот это я так ждала, тоже в пакетике пришло все. Вы уже видите? Ла-ла, ла-ла, и они круче, чем я ожидала. Во-первых, я давно хотела себе взять лоферы, но это не совсем лоферы. Я искала лоферы, мерила их в Zara, но они все, как я понимаю, классические лоферы, они должны быть твердые. Из-за этого, ну как туфли, да, из-за этого они мне везде натирали. И мне так нравится эта обувь, но в твердом варианте, но мне просто некомфортно. Я ради, то есть, трендов, моды, да, и вот стиля не готова носить неудобную обувь. Она обязательно должна быть удобная. Натуральная кожа, прошу заметить. Эти, они сделаны под лоферы именно своим внешним видом, да, то есть прям классические, бежевые. Но они мягкие, то есть эта кожа мягкая. Я взяла тоже размер 38, и, о боги, они мне подходят идеально. Плюс они еще разносятся немного, да, потому что это кожа натуральная. Я, честно говоря, не знала, что это кожа натуральная. Я просто заказала, потому что они мне нравятся. Я не читаю там сильно описание. Просто нравится, беру, а там будет что будет. Цена у них была очень невысокая. Когда они мне пришли, первое, на что я обратила внимание, это на запах. Я думаю, бля, пахнет кожей. То есть я знаю, потому что у меня мои родственники работают в коже, да, ну как бы я могу, конечно, иногда не отличить, но когда явно пахнет кожей, я сначала такая думаю, бля, это что, кожа, что ли? Начала нюхать, смотреть, а потом посмотрела на сайте, что, да, по-моему, натуральная кожа, я не помню, даже написано или нет, тоже стелька, так, а стелька нет, стелька не натуральная кожа, стелька какая-то мягенькая, интересная, но здесь вот натуральная кожа полностью. То есть это значит, что летом я в них легко смогу ходить. Они очень удобные, не спадает задник, да, даже если они растянутся, здесь такой крой интересный, видите, задничек, он немножечко раз и сюда, и прям прошито, очень хорошо держится, очень хорошо смотрится. И цвет такой бежево-молочный и золотистые вот эти вот штуки. Короче, вот этим я вообще довольна, девочки, и если вы, и, ну прям вот брите, прям вот берите, да. Я очень переживала, что они мне не пойдут по размеру. Я прям уже, знаете, когда кроссовки сначала пришли, это уже последнее пришло. И я такая думаю, блин, померю, думаю, не дай бог, не буду. Я уже просто ничего не ожидаю. Одеваю и понимаю, что они идеальны мне. Я тут бегала, я подружкам всем фотки поскидывала, говорю, смотрите, что у меня есть, они мне идеальны. И даже так хочу их носить, что я их даже иногда одеваю просто дома. Дома и хорошо. Вот, зацените, я сейчас одену, я вообще это под костюмчик взяла, Faberlic, который, ну, вообще это цвета мои, как бы бежевые, молочные, я думаю, это классика, безумно, подойдет, безумно, мне нравится. Кстати, вы заметили, что я в одном и том же, и кроссовки все по цветам подходят, и лоферы, и мокасины, да, я специально брала что-то такое универсальное. Так, следующее еще, что мне пришло, что я заказала, это вот такой рюкзачок. Я люблю рюкзачки, и мне понравился цвет, вот такой рюкзачок. Вот он, на бретелечках, их можно, кстати, тут отстегнуть, они отстегиваются и регулируются. Здесь такая у нас цепочка симпатичная, сзади у нас замочек для каких-то тайных вещичек, да. Здесь у нас открывается на магните, то есть здесь как защелка, но она такая магнитная. И она тяжелая, что хорошо, что даже если, знаете, вот я не люблю вот это заморачиваться, искать вот этот магнитик, где же он должен щелкнуть, там, и 3 часа ты вот это вот ищешь, этот магнитик. Здесь как бы он хорошо сам себя находит, но даже если он сам себя не нашел, то вот эта штучка, она такая тяжелая, чтобы как бы бросили, и она висит. Все, да, то есть он не нашел сейчас магнитик, но она красиво висит, как будто он закрытый. Видите? Вот. Здесь, как только мы открываем, внутри змеечка. По бокам тоже вот такие змейки, это есть возможность расширить его, да, то есть вот так я открываю, здесь куча бумаги, но мне понравился рюкзачок, я с ним немножко погоняю, я думаю, я вообще, конечно, люблю бренды, да, ну, сейчас как бы бренды я не знаю, я себе не скоро куплю еще, поэтому погоняю пока так, вот так вот, много места, змейка одна змейка и 2 кармана, ну, короче, классический, да, все, никаких отделений больше нету, с одной стороны и с другой. Вот, и еще вот это вот дело здесь открывается, немного расширяется, да, можно как бы так носить, вот, тоже, более такой небрежный вариант. Ну, я наполовине застегиваю, наполовине, да, чтобы оставить немного небрежный вариант. Это, конечно, кожзам, но он достаточно прям такой, знаете, плотненький, держит форму, это клево.
А здесь еще, знаете, что можно сделать? Ага, я думаю, что оно отстегивается? Да, оно отстегивается, вот это отстегивается. И одну вот эту ручку или две можно прикрепить сюда, и будет она как сумка, а не как рюкзак. Вот, по бокам еще такие штуки. Короче, универсальная тема. Здесь вот хорошо такие штуки есть, на них можно ставить. Если даже на мокрое место куда-нибудь, где-нибудь вы будете в кинотеатре, пошли в туалет, помыть руки, поставили сумочку, и она не намочилась, потому что у нее есть подставочки. Вот, красивый цвет, тяжеленький такой, ну не сильно тяжелый, но вот сам по себе такой как бы тяжеленький, я думаю, за счет вот этой штуки. Вот это мне нравится тема, что раз, ну как бы классно, тяжеленько. В общем, поношу, нравится мне такой рюкзачок. И еще я хотела сказать, может быть, кто не смотрел видео, то вот такая сумочка тоже, я еще раз ее покажу, потому что я уже ее примерила, посмотрела на себя со стороны и скажу, что да, она стоит того, она классненькая, она прикольненькая, она трендовая, и я тоже ее поношу, она под многие вещи подойдет. Называется, вроде сказали мне, багет, да, если правильно. Так что тоже я ее брала на Джум, тоже мне нравится. Вот в этой сумочке нет никаких кармашков. Просто вот она открывается. А, внутри только один кармашек, на змейке ничего нет. Ну, такая элементарная конструкция, но прикольная сумочка. И еще, девочки, что я заказала, так это аромалампа и мой отпариватель. Сейчас я вам пройдусь, покажу их, да, и хочу сказать, что отдельный видеообзор уже есть, уже что-то есть на втором канале. По-моему, я вставила отпариватель, уже есть на втором канале. Возможно, когда выйдет это видео, уже будет обзор и аромалампы. Поэтому, если вам интересно, если вы думали купить аромалампу или нет, то берите, она классная, и посмотрите мой обзор на втором канале. И что касается отпаривателя, я им тоже полностью довольна, но если вам нужны детали, как и что, то тоже проходите на второй канал и смотрите отдельный видеообзор. Вот и все, мои хорошие, покупочки с сайта Джум закончены. Я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Правда, number one, любовь. Кстати, у меня сейчас на губах, кому интересно, это тоже помада, которую я заказывала с сайта Джум. Это Miss Rose, в номере 06, я тоже оставлю ссылочку под видео, заходите, пожалуйста, и выбирайте, и покупайте, потому что это мега крутая помада, она очень классная на губах, матовая, не липкая, комфортная, классный цвет. Вот такие дела, мои хорошие. На мой магазин, кстати, ссылка будет тоже под видео. Я еще думаю на свой второй канал снять то, что есть в моем магазине. Потому что, ну прям да, а что я одно рекламирую каких-то магазинов, а свой не рекламирую. У меня много там вещей. Вечерние платья, и повседневные платья, и обувь какая-то есть. И вот, пожалуйста, новые кроссовочки появились. Поэтому, я надеюсь, не смущает ваш вот этот шум, потому что они не заканчивают ремонт. Видимо, самоизоляция заканчивается, ремонт теперь полным ходом продолжается, и у меня теперь на фоне будет вечный шум. Надеюсь, вас это не смущает. Вот. И, короче говоря, на моем втором канале сделаю вам прям, да, что в моем магазине продается, прям на себе покручусь, посмотрю. Может быть, вам будет так более наглядно и большие скидки. Хочу все уже распродать со своего магазина, чтобы если он не будет у меня как бы закрываться, да, он будет функционировать. Но чтобы не так много вещей, у меня сейчас очень много вещей, мне их нужно большинство распродать, поэтому есть уникальная возможность все, что в моем магазине, купить с большой скидкой, вот, поэтому заходите и смотрите. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео и пока-пока!